Всем привет, продолжаем играть Mount & Blade. Мы с вами сейчас, я уже и не помню, где мы находимся и что мы тут, в принципе, делаем, потому что я очень давно играл. Давайте посмотрим по вещам у нас, в принципе, по еде, по вещам неплохо. Все продали по отряду. 16 это так себе известность на самом деле. По отряду у нас, в принципе, предводитель морских налетчиков, но я не могу его улучшить, нужен педанта. Педанта я еще не прокачал, по крайней мере. И да, пленные есть, это те, кого я не хотел продавать. Оставил на всякий случай, вдруг я их смогу себе забрать. А у нас есть убежище, которое я бы, в принципе, не против разграбить, попробовать. Давайте попробуем все-таки. А что еще хочется сказать? Мы, кстати, играем сейчас за компанию, которая просто огромное количество городов уже захватила. Поэтому, в принципе, все не так уж и плохо. Но есть и нюансы такие, которые мне не нравятся. Допустим, то, что из-за того, что она захватила уже очень много территорий, просто огромное количество территорий, они распыляют очень сильно своих солдат. Тут выбора нет, им нужна территория, и им нужно огромное количество солдат, чтобы нормально воевать. Притормаживает немного игра, она глюканула при загрузке, поэтому изменила разрешение, я позже изменил вручную, но сейчас она слегка немножко так притормаживает. Попал вообще. А что еще хочется сказать? В принципе, все не очень плохо. В принципе, даже с какой-то стороны очень хорошо. Мы неплохо повоевали, мы неплохо заработали денег. Мы сейчас являемся просто наемниками, не вассалами. То есть мы ничего не должны королевству. Мы в любой момент можем их покинуть и пойти в другую сторону. Но из-за того, что мы не вассалы, а всего лишь наемники, нам платят очень-очень-очень мало. То есть у них достаточно большое количество своих вассалов, и не требуется платить наемникам, получать какие-то плюсы, минусы и все остальное, как говорится. Но мы с вами пока неплохо держимся. За счет этих ребят мы неплохо поднялись, мы неплохо насобирали денег, мы неплохо насобирали войск. Единственное, что мне действительно не нравится, это то, что... Что тут скажешь? Опытный пехотинец, имперский репорт, но это ребята, которые нам, в принципе... Ну ладно, давайте заберем. Рекруты мне хоть и не очень нужны, но у меня все равно не хватает народу для полного комплекта. Да, у меня уже 102 человека максимум. Сейчас у меня с собой... О, армия. Давайте к ней присоединимся. Мне нравится ездить с армиями, честно. Потому что, по сути, я просто наслаждаюсь игрой за счет того, что армия бегает и не мешает мне самостоятельно развлекаться. Есть вещи, есть люди, которых бы я не против забрать себе еще повоевать, но ладно. Что мне не нравится в этой игре? Это то, что пока ты не достиг 4 уровня клана, ты бесполезен практически. Да, ты можешь победить, но захватить кого-то просто нереально. Слишком много требуют для этого сил. Просто нереально огромное количество сил, которые требуются, чтобы захватить хотя бы кого-то наподобие крепости или города. Просто не хватает ничего, ни сил, ни каких-то воинов. Плюс очень сомнительная прокачка. С одной стороны, она очень хорошо сделана и хорошо продумана, но с другой стороны... Очень тяжело что-то прокачивать, когда ты, допустим, не пользуешься там каким-то одним из видов.
столь важно, чего именно, но просто ты не пользуешься этим. Очень тяжело прокачать. Допустим, мы возьмем инженерное дело, я им практически не пользуюсь из-за одной простой причины. А что у нас тут? Кто-то Амор осаждает. Давайте присоединимся к этой армии, я хочу попробовать. А, они уже в атаке. Ну, давайте в атаку. Очень тяжело хоть что-то сделать. Если вы не присоединились к какому-нибудь государству, очень тяжело захватить город или крепость в одно рыло, потому что просто вам никто не помогает, даже не пытается помочь. Я не знаю, я хочу создать еще один отряд свой в своем клане и попробовать с ним отправить людей. Но, опять же, для этого требуется... на этого не играл, поэтому очень многие моменты мне еще не ясны, и я их немного не понимаю. Видите, тут я не участвую в драке, это просто как один из каких-то. В принципе, меня все устраивает, на самом деле это плохо сделано. Битвы, визуальная составляющая, воины и все остальное, это просто шикарно. Это просто хочется смотреть, хочется играть, хочется бегать. Тут придраться нет к чему. Но есть моменты, которые немного напрягают. Допустим, если на вас нападают больше воинов сразу, то считайте, что вам лапти. Реально выжить в таком случае, но опять же, это реалистично, потому что вряд ли у вас был момент, когда на вас нападает 3 человека, а вы такие хоп и отбиваетесь. Нет, скорее были моменты, когда нападает 3 человека и вас пинают ногами, все. Вот такие моменты, да, бывают. Разве что еще, да, бывает момент, когда ты очень пьяный, не очень пьяный, и в конечном итоге ты, вы... И они все побитые, а если еще кто-то левый влазит, то все побитые. Kill them all! Forward! Я думал, я не управляю, но да, я же присоединился, они случайно. Я возьму дурочную бомбу, что мне побьет, просто забудет, забудет. Die, you bastard! Идешь так. Человек поднимается просто божественно, поднимается. Кто? Имперский легионер? Боже, ты шикарен, ты просто шикарен. Вы это видели, он просто идет и еще и поворачивает постоянно голову. Ой, я пошел.
Да, с вручным топором воевать не Мы неплохо повоевали на самом деле, мне нравится, повоевали так. Увеличилось на 6, плюс пленные, хорошо. Плюс вещи это всегда хорошо, хотя бы потому, что мы можем продать все это барахло и купить что-то полезное. Ну да, пока ничего полезного тут нет, но опять же мы все это можем продать. Трактир. Выбираем пленных, которых мы выкинем. Морской разбойник. Вы. Ты. 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 Нравится предводитель морских, он мне не помогает, и он и не мешает, и не помогает. Вот в чем проблема, понимаете? Что там, он мне в принципе не нужен. Допустим, тут, допустим, мы тоже выкидываем все, тут тоже особо нечего, тут все и так понятно. 3500, в принципе, неплохо. Давайте в кузницу. Я, правда, не отдыхал с последнего раза. Нет, смотрите, нормально можно. До 16 мы подняли его пока. Что, в принципе, тоже неплохо. А куда мы? Крепость Оу, я насколько помню, ехали. Да, вон, это армия, я хочу к ней присоединиться снова. Да, мы останемся пока с ними, я поразмышляю о том, куда мне пойти. На самом деле, что-то игра подглючивает чуть-чуть. А что именно я имею в виду под... Я поразмышляю, куда мне пойти дальше, а именно то, что... Я думаю попробовать, во-первых, создать еще один отряд, который пойдет с моими приспешниками. Что-то, не знаю, я после этого видео, наверное, перезайду в игру, чтобы... Потому что сейчас он что-то не очень как-то. Немного переживаю, что на записи будут проблемы со звуком. Клан, Шатальвица. Давайте отряды, создать новый отряд. Готово. И передать ей воинов. Так, 8, 10. Так, блин, меня очень бесит этот звук. Глюк звук от того, что пропал звук на этом. Так, 77, допустим. Давайте их легких кавалеристов еще дадим. Ждет. Она просто ждет, да? Она будет что-то делать сама по себе или нет? Ежедневные...